Научно-технические инновации, новейшие разработки и материалы, зеленая энергетика и многое другое. В 25-й китайской международной выставке высоких технологий в Шэньчжэне приняли участие свыше 4000 представителей из более чем 100 стран и регионов, в том числе 76 стран-партнеров по поясу и пути. Глобальной инициативе в этом году исполнилось 10 лет. Выставка является важной платформой для международного обмена. Китай – одна из ведущих стран в области высоких технологий, и мы очень рады, что есть возможность установить контакты с китайскими организациями и компаниями. По словам участников, на выставке они не только представляют свои разработки, но и изучают запросы китайского потребителя. Все это помогает развивать и продвигать собственные продукты и проекты на мировом рынке.